приветствую всех, меня зовут Лилия, и сегодня мы с вами поговорим и попробуем новинку из каталога Oriflame. В серии Novage вышел новый антивозрастной комплекс, который называется Skinergize. Эта серия помогает увеличить сияние кожи в 25 раз, а увлажненность 89 раз. И я знаю, что эта задача стоит перед многими девушками, потому что все хотят, чтобы кожа сияла, выглядела моложе, увлажненная, подтянутая, красивая кожа, на которую приятно смотреть. Итак, давайте посмотрим, что входит в состав этой серии, какие компоненты будут давать вот эту вот тот эффект, о котором я сказала. Природный энергетик таурин в дуэте со скандинавскими водорослями буквально заряжает клетки, увлажняя, восстанавливая и поддерживая жизненную силу кожи. А экстракт стволовых клеток ягод асаи защищает клетки от действия свободных радикалов, дает мощное увлажнение и дополнительно заряжающее действие таурина. И также защитная технология и ультрафильтры защищают кожу от агрессивной окружающей среды, предотвращая преждевременное старение. Итак, я уже очистила кожу с помощью гель-тоника Novage, и кожа у меня очень стала гладенькая, мягкая, но есть желание нанести уже сыворотку и крем. Но начинаю я наносить сначала крем для кожи вокруг глаз и буду использовать его из такого вот пакетика. Пока я открываю, расскажу, что серия состоит из 5 продуктов. Гель-тоник, сыворотка, крем для глаз и 2 крема. Один дневной с ультрафильтрами и один ночной питательный. Итак, вот есть пакетик, чуть-чуть выдавливаю крем понемножечку. Вот такой консистенции крем. То, что удобно, то, что в наборе крем будет не с дозатором, а с роликом. То есть сразу проходите по коже вокруг глаз, и получается такой охлаждающий, приятный, разглаживающий эффект. Я наношу немножечко на одну половинку, и мы будем сравнивать, что будет происходить с кожей, потому что эффект мы должны увидеть с вами сразу, мгновенно. Итак, нанесла на кожу вокруг глаз. Как вы видите, я крем наношу по орбитальной косточке, не растягивая кожу, а просто пальчиком вбивая крем. Далее я наношу сыворотку, очень красивый флакон. Кстати, все продукты приходят в одной красивой коробке, и каждый отдельный продукт упакован тоже в коробочку. Сыворотку я буду брать вот так вот, оп, буквально, даже это много, одной капли было бы достаточно. Сыворотка такая перламутровая, очень необычный у нее цвет. И я раскидываю сыворотку по коже, по всей коже также. Ой, у нее даже какой-то розовый оттенок. Видно вам? Переливается вся. И аккуратненько пальчиками распределяю, как пальчиковый дождь делаю. То есть мы опять же не тянем кожу, а вбиваем крем. И никогда не делайте вот так. Потому что замечаю, что многие так наносят крема или тональные основы. Вот, этого делать не нужно. Сыворотка быстро впитывается. Практически незаметный аромат. Я его даже, ну так, легкий-легкий, я его практически даже не чувствую. И уже кожа сияет. Пока ощущений нет таких каких-то, чтобы что-то я чувствовала, покалывание или жжение. Пока ничего такого не чувствую. Открываем пока крем. Пока сыворотка впитывается, покажу вам крем. Красивая баночка, нежного такого голубого оттенка. Крем запечатанный пленкой. Эту фольгу мы снимаем. Вот. И у нас здесь крем. Крем белого цвета, достаточно жиденькой консистенции. И я беру небольшое количество крема лопаточкой, потому что его много-много не нужно. Тем более, что я на одну половинку только буду наносить. Может быть, даже много. И поверх сыворотки раскидываю крем. Пусть будет на шее. Много взяла. На самом деле, крема много не нужно, потому что если крема переборщить, то он может и свернуться. Крем не любит, когда его много. И коже нужно взять столько, сколько ей
Нужно. И также пальчиковый дождик распределяет крем. Крем хорошо наносится. Не забываем про шею. Носик. Тоже такой легкий-легкий аромат. Практически незаметный. И даем чуть-чуть впитаться крему, чтобы посмотреть, какой будет эффект. Я даже сейчас вижу, что эта половинка у меня совершенно матовая, а эта сияет. Вероятнее всего, это из-за тех частичек, которые входят в состав сыворотки. Потому что, когда я нанесла сыворотку, сразу было видно такое сияние легкое, даже от самой капли. Ну, кожа у меня чувствует себя очень комфортно, очень легко. Замечательно. Я люблю серию NovaEdge, я рада, что у меня есть возможность протестировать новые продукты. Эта серия рекомендуется уже с 25 лет, то есть с того самого возраста, когда возникают проблемы у кожи, недосыпание, появляется серый цвет кожи, усталость, такое вот все начинают проявляться первые признаки старения. Поэтому чем раньше девушка начинает ухаживать за кожей именно комплексным уходом, тем больше вероятность, что кожа сохранится на долгие-долгие годы молодой, красивой, подтянутой и будет радовать в первую очередь хозяйку кожи. Вот, потому что кожа – это не платье, ее не поменяешь как наряд, и нужно за ней очень тщательно ухаживать. Ну вот теперь вы точно уже видите эффект, прошло пару минуток, крем впитался и легко сияет и очень даже комфортно. Поэтому я вам рекомендую тоже попробовать новинку. Если есть такая возможность, всегда заказывайте такие наборы пробников, чтобы протестировать, прежде чем купить, чтобы убедиться, что кожа комфортная, все нравится. Спасибо вам большое за внимание. Желаю всем красоты, молодости и счастья. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.